Привет, ребята, обзор дешевой еды. Опять купил я, естественно, в маленьком магазине. Все сети делают огромные цены, поэтому приходится искать другие места. Но сети, которые здесь есть, Перекресток, Лента, Пятерочка, там все мега дорого. Ну, картошка, морковка, она стоит везде одинаково, от 15 до 20 рублей, грязная, постоянно грязная. Яблоки эти показывал уже, 29 рублей были, нормальные, ну, немножко грязные, их надо мыть хорошо. И по вкусу они хорошие, я бы сказал. Но где-то долго валялись, их решили быстрее продать. Киви. $39. Цена отличная, потому что киви обычно 40. Ой, блин, 100 рублей 40. Но с ними есть такой недостаток, что не понимаю, темно что ли, они где-то видно валялись долго, и вкус какой-то, вкус уже похуже, чем у новых, где-то лежали, то есть такой по вкусу средний вкус, не идеальный. Груши 39 рублей, это мега дешево, груши 100-120 рублей сейчас стоят. Ну, из-за чего они скидка дешевле, из-за того, что они подсохли, они на самом деле больше были. То есть они долго где-то валялись, но они не стухли, но они грязные еще, их нужно мыть хорошенько, потому что чисто грязище какая-то, как будто их по полу валяли. Но цена отличная. И как можно смотреть, проверять, сверху вот здесь вот надавливать, потому что сохнуть она начинает с этой части. Если эта верхняя часть мягкая, то все уже, значит, херовая груша. Ну и почти что все. Помидоры еще были, которые я перед этим в ролике показывал. Они сейчас 45 стали. Но сейчас зима, декабрь, 45, отличная цена. Не буду показывать эти помидоры. Обычные помидоры, парниковые, конечно. И что еще у нас есть? Вот такой виноград. Тоже 39 рублей, но отличная цена для винограда, потому что он, по-моему, сейчас везде по 100 рублей стоит, если не дороже. Причем это какой-то сорт нормальный. Не самый бывает, туфтовый какой-то, с кучей косточек. И такой сладкий-сладкий прям. Ну, косточки у него есть, да. Но по вкусу нормальный, сладкий. И он не мятый. Который мятый виноград, он тоже начинает высыхать, такой мелкий весь, такой плотненький такой. Не знаю, почему его дешевле стали продавать. Видно, надо было продать просто. Может быть, люди, покупателей заинтересовать. Так, ну вроде все. Всем спасибо. Это был обзор дешевой еды, купленной в маленьком магазине, потому что в сетях все это стоило бы намного дороже. А еще забыл сказать важную вещь. Там все время хотят жабануть везде, то есть нужно следить за весами. Весы, что если 40 вбивали, потому что они могут бить
весы там 60 рублей, 80. То есть такая же цена, как за которую вы покупаете. Ну и взвешивать потом еще нужно. Надо завести маленькие весы. Все взвешивать, потому что они могут ошибаться, могут обвешивать. У меня было так пару раз. А ошибались, когда цену больше вбивали, так постоянно, почти что через раз. Так что такой важный момент. Сети цену задирают, а в маленьких магазинах пытаются подороже продать. Следить нужно, ну, за каждой покупкой, за цена, как вбивается в кассу. Ну, не в кассу, весы. Там весы сумму вбивают, там 40 рублей. И показывает он цену за этим. Ну, сдачу считать, деньги. Или карты платить. Вот такой вот важный момент. Потому что на самом деле в основном это все не делают. И лень просто. Да и мне тоже самому лень часто делать. Но периодически я записываю, взвешиваю вот эти все фиговины. Иначе никакие Роспотребнадзоры, все говно, они контролировать ничего не будут. Приходится нам самим все контролировать. Ну, теперь вот точно все. Пока, ребята.